Эвакуатор Том. Привет, Стив! Ты заканчиваешь свои дорожные работы? Отлично! Но, может быть, тебе стоит более внимательно проверить дорогу, чтобы удостовериться, что все нормально. Стив, осторожно, колесо! О, нет! Стив, ты в порядке? Так, Стив, подожди-ка здесь, а я позову эвакуатора Тома тебе на помощь. Том! Эй, Том! Каток Стив попал в аварию, когда укатывал новую дорогу. Ты можешь ему помочь? Прекрасно, Том. Давай-ка поторопимся. А вот и Стив. Рады видеть, что ты снова встал. Том приехал. Он отвезет тебя в свой гараж и быстренько починит. Тебе нужно зацепить свой крюк с другой стороны, потому что спереди у Стива барабан. Вот так. Ну что же, с чего начнем, Том? Все верно, Том. На барабане трещина, и его нельзя использовать для укатки асфальта. У тебя не найдется запасного? Так, какой же нам использовать? Верно, Том. Стив – большой каток. Ему нужен большой барабан. Давай снимем старый. И поменяем его на новый. Вот так. Тебе лучше, Стив? Что дальше, Том? Ого, какая вмятина! Ты уверен, что сможешь починить такое, Том? Отлично! Ну как? Вантус? Я знаю, ты его раньше использовал, но сработает ли он при такой большой вмятине? Ты прав, Том. Мы не узнаем, пока не попробуем. Давай-ка, Том, тяни! Попробуй еще раз, Том! Еще сильнее! Превосходно, Том! Может быть, ты хочешь еще что-то сделать для Стива? Да? Но я не вижу никаких повреждений. Это увеличительное стекло? Для чего оно? Ты думаешь, увеличительное стекло поможет Стиву хорошо видеть, что лежит на дороге? Это прекрасная идея, Том! Так, ты собираешься приварить ручку? Тогда лучше надеть защитные очки. Я думаю, тебе стоит закрыть глаза, Стив. Свет сварочного аппарата очень яркий. Вот так. Хорошо себя чувствуешь, Стив? Что такое, Стив? Ты что-то заметил? Ну-ну. Твоя идея сработала, Том. Стив заметил, что у тебя плохо помыты полы.
Кажется, он уже готов ехать. Спасибо за помощь, Том. А мы оставим тебя наедине со шваброй. Ага. До свидания, друзья. Скоро увидимся. Эвакуатор Том. Эй, Гарри, у тебя сегодня куча дел. Гарри, с тобой что-то не так? Попробуй-ка еще разок. Ну вот, похоже, у тебя проблема с подъемником. Давай вызовем Тома, эвакуатора. Он поможет. Охо-хо, теперь твой захват вообще заклинило. Эй, Том, Гарри, мусоровозу нужна срочная помощь. Он там, на улице. Поехали скорее. Да, Том, продолжай движение. Гарри должен быть где-то тут, поблизости. Смотри, вон там, Том, это же Гарри. Гарри, Том приехал, он тебя быстренько починит. Давай отбуксируем тебя в гараж. Там и разберемся, в чем же дело. Поехали! Ну вот мы и в гараже. Пора заняться тобой, Гарри. Том, ты готов? Итак, Гарри, попробуй поднять свой захват. Что такое, Том? Думаешь, нужно заменить подъемник? Нет? Ты прав. Похоже, он в порядке. Давай-ка найдем разводной ключ и починим захват на подъемнике Гарри. Том, посмотри-ка там, на верхней полке. Великолепно! Теперь Гарри может свободно вздохнуть. Ух ты, Гарри теперь в полном порядке. Отличная работа, Том. Но похоже, у Гарри спущены колеса. Насос с измерителем давления. Точно! Он накачивает воздух в шины и контролирует давление в них. Отлично справился с насосом, Том.
Чем займемся дальше, Том? Да, вмятина. Давайте выровняем это место. Прекрасно, Том. Вмятина исчезла, как будто ее и не было. Итак, мы закончили. Гарри, теперь ты отлично выглядишь. И все благодаря Тому. До скорого, Гарри. Постарайся больше не прилипать к мусорным бакам. Спасибо, Гарри, что позаботился о мусорном баке Тома. До встречи, Гарри. Отличная работа, Том. Скоро увидимся, друзья. Подписывайтесь. Эвакуатор Том. Эй, постой! Куда ты так спешишь? Ты соревнуешься с Джерри? А вот и он! Осторожно! Ребята, вы в порядке? Ты в порядке, Джерри? А как там Кэти? Выглядишь неважно. Нужно позвать эвакуатора Тома. Привет, Том. Кэти попала в аварию. Ты не мог бы поехать и помочь ей прямо сейчас? А вот и он. Вам стоило внимательнее смотреть, куда вы едете. Не волнуйся, Том быстро тебя починит. Ого, у Кэти отвалился даже бантик при столкновении. С чего же мы начнем? Починим зеркало Кэти. Отлично, приступим. У тебя есть новое зеркало, Том? Вот это, кажется, подойдет. Что еще нам нужно? Паяльная лампа. Хорошо, Том, давай возьмем ее.
так намного лучше. Превосходно! Что еще нужно починить? Действительно, Том, это никуда не годится. У тебя есть запасное? Идеально. Эй, что там? Твой бантик? Всего лишь капельку клея. Молодец, Том! Отличная работа! В следующий раз, ребята, воспользуйтесь гоночной трассой. Пока, Том! До новых встреч, друзья! Эвакуатор Том. Добрый вечер, Гектор. Что ты здесь делаешь так поздно? Ты патрулируешь автомобильный город, чтобы удостовериться, что все жители в безопасности? Отлично! Продолжай в том же духе. О, нет! Впереди здание, Гектор! Там еще один вертолет! Осторожно! Не волнуйся, Гектор! Я позову эвакуатора Тома прямо сейчас! Гектор, это вертолет Гелла! Она только что прилетела в автомобильный город! Том, вертолет Гектор попал в аварию. Поможешь ему? Тебе нужна платформа, чтобы отвезти Гектора в гараж? Отличная идея. Поторопись, Том. Ребята, Том приехал. Гектор, он отвезет тебя в гараж и быстро починит поломанный фонарь. Гела, ты можешь помочь поставить Гектора на платформу? Отличная работа! Погоди-ка, Гелла, вы же еще встретитесь с Гектором, чтобы полетать? Отлично! Кажется, у Гектора сломана лопасть. Что мы сделаем в первую очередь, Том? Отсоединим ее? Хорошо. Используем гаечный ключ для этого. Угу.
А какой инструмент нам нужен теперь? Зажим? Отлично! А теперь давай потуже закрепим зажим и используем молоток, чтобы придать лопасти первоначальную форму. Идеально! Ну что, тебе лучше, Гектор? Чем займемся дальше, Том? Ты прав. Гектору нужна новая фара. Какую стоит выбрать? Эту? Нет? Может быть, эту? Хорошо, Том. Давай попробуем эту. Нужно проверить, работает ли она. Превосходно! Тебе стало лучше, Гектор? Замечательно! Спасибо тебе, Том! До встречи, Гектор! Пока, Том! Скоро увидимся снова, друзья! Эвакуатор Том. Привет, Том! Ух ты! Выглядишь как настоящий художник! Куда ты так спешишь, Фанни? Ты опаздываешь на ужин к Бену? Лучше бы тебе немного сбавить скорость. Тише едешь, дальше будешь. Ой-ой, Фанни, кажется, эту часть дороги только что заасфальтировали. Тебе нужно повернуть в объезд. О чем ты думаешь, Фанни? Ох, Фанни, ты же не собираешься ехать по обочине, не так ли? Это неправильно. Осторожно, Фанни! Твои колеса попали в еще не высохшее покрытие. Ай-яй-яй! Теперь ты окончательно завязла. Это работа для Тома. Том, Фанни направлялась на ферму Бена и заехала на невысохшее дорожное покрытие. Ты можешь ей помочь? Том приехал на помощь Фанни. Фанни, кроме тебя здесь никто не виноват. Все верно, Том. Фанни нужно было ехать по знакам в объезд. Все совершают ошибки, поэтому давайте подумаем, что теперь можно сделать. Это будет непросто, да, Том? Отличная идея, Том! Чистые колеса Фанни должны быть на твердой поверхности. Давайте поедем в гараж.
выше нос, Фанни. Мы приехали. Что мы можем с этим сделать, Том? Ух ты, как быстро засохло! Тебе нужны новые колеса, Фанни. Что дальше, Том? Вот так, Фанни. Новые колеса и чистый бампер. Том много сделал для тебя, Фанни. Стоит улыбнуться. Вот так. А теперь запомни. В следующий раз очень важно соблюдать правила дорожного движения. Спасибо тебе, Том. До новых встреч, друзья. Эвакуатор Том. Привет, Питер! Какой чудесный день для прогулки, не правда ли? О, нет, Питер, у тебя дым идет! Так, без паники. Давай позовем кого-нибудь на помощь. О, привет, малыш Том! Ты не мог бы отвезти Питера в гараж к папе? Я не уверен, что у нас получится. А что, если мы позовем твоего папу, а потом ты поможешь ему в ремонте? Почтовой машине Питеру нужна помощь. Ты можешь отвезти его в свой гараж? Прекрасно, поехали. Вперед, Том! Почти приехали! Итак, Питер, Том приехал тебе на помощь. Он отвезет тебя в свой гараж и быстро поставит тебя на колеса. Итак, в чем же дело, Том?
Ой-ой, какой грязный воздушный фильтр, да? Так. Оу, это крышка цилиндра. Думаю, Питеру нужна новая. С чего начнем? Ага, я вижу. Воздушный фильтр. Хорошая мысль. Ха-ха, хороший бросок. Что дальше? Не думаю, что это то, что нам нужно. Вот она! Пора заменить крышку цилиндра. Ничего страшного, хорошая попытка, малыш Том. Вот так, молодчина. Это все, Том? Ух ты, как быстро! Питер, все готово. Как ты себя чувствуешь? Как это мило, малыш Том. Ну что, ты готов закончить свою поездку, Питер? Замечательно, веселись. Пока, Том. До свидания, малыш Том. До новых встреч, друзья. Uh-huh.